Сезон получился очень хороший. Конечно, мы довольны результатом. Первое место всегда очень приятно. Ну и самое главное, что при этом было хорошее качество игры. Для нас главное, что футболисты прибавляют, растут в мастерстве. Это, наверное, самое главное. Как вам удается даже сейчас, выиграв чемпионство, рассуждать о каких-то более глобальных задачах? Ну, мы на самом деле сейчас не рассуждаем о глобальных. Мы просто, что свершилось, то свершилось. Это, наверное, очень приятный момент. Для ребят я сказал, что это только начало, все впереди у них. У них хорошее, я надеюсь, по крайней мере, что у них хорошее будущее у всех. Там как сложится, это уже другой вопрос. Но то, что они молодцы, то, что они лучшие, для меня это все ясно и понятно. Сезон начинался не лучшим образом. В середине чемпионата мы находились чуть ли не в середине таблицы. И вот как удалось сделать так, чтобы команда заиграла и в итоге выиграла золото? Ну, может быть, он сложно начинался, но на самом деле качество игры было хорошее. То есть мы шли к своей цели, мы знали, что у нас задача поиграть в хороший футбол в каждой игре. Мы этого добились.